В Алматы закроют контактный зоопарк в международном выставочном комплексе «Атакент». Такое решение продиктовано неблагоприятными условиями содержания животных. Теперь горожан просят купить постояльцев зверинца, иначе их могут отдать в другие зоопарки. Ранее неравнодушная жительница Рима Балкунова написала в соцсетях о том, что у животных, которых там содержат, нет ни еды, ни воды. А больных кроликов, кошек и морских свинок волонтерам пришлось спасать. После этих случаев женщина обратилась в Акимат, прокуратуру и в партию Нур Отан. Сообщается, что владелец намерен распродать всех животных в течение месяца и свернуть проект.